Вот и наступили долгожданные летние каникулы. В этот период дети большую часть своего досуга проводят на улице. И для того, чтобы юные пешеходы не попадали в неприятные ситуации на дороге, сотрудники ГИБДД организовали веселую познавательную программу в автогородке Центрального парка. Сегодня вот наши подвижные игры, такие с элементами правил безопасного поведения на дороге проводим. И еще раз напоминаем о том, что на пешеходных переходах мы переходим дорогу, используя светофоры. Обращаем внимание на сигналы, рассказываем еще раз детишкам, как правильно вести себя на дороге. Участниками мероприятия стали школьники, посещающие лагеря дневного пребывания. Инспекторы подготовили несколько конкурсов. В теоретической части ребята отвечали на вопросы. А в практической дети смогли почувствовать себя в роли пешеходов, водителей, пассажиров. Мне очень понравилось, когда мы представляли, что мы едем на машине и ехали как будто мы машины. Соблюдали правила дорожного перехода и светофора. Анастасия, учащаяся Видновской школы номер 2, рассказывает, что благодаря конкурсам узнала много новых правил безопасного поведения на дороге. Больше понравилось собирать знаки, потом как говорили знаки, ему подходишь и говоришь знак и рассказываешь. Такие занятия в условиях автогородка наиболее эффективны для детей, поскольку наглядно демонстрируют все опасные моменты, с которыми можно столкнуться не только на проезжей части. Дорогие родители, с удовольствием приходите, занимайтесь со своими детишками, объясняйте им безопасное поведение. Это все-таки, как сказать, мини-наш город с той же дорожной разметкой, с такими же дорогами, которые у нас существуют, но безопасный, там, где нет нашего транспорта. Здесь может ребенок и покататься на самокате, и вы, в свою очередь, можете ему рассказать, где у нас тротуары, где у нас проезжие части. В завершении мероприятия все мальчишки и девчонки пообещали инспекторам, что будут самыми внимательными и ответственными участниками дорожного движения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.